Войне. Об этом, по мнению председателя Госдумы Сергея Нарышкина, говорят попытки властей Украины запретить ношение георгиевских ленточек на территории страны. Такое заявление он сделал на встрече с делегацией Сената Франции. С предложением запретить георгиевскую ленточку, фактически переравняв ее к нацистской свастике, выступил депутат Верховной Рады и советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Нарышкин подчеркнул, что задача совместной борьбы с героизацией пособников нацистов в Европе актуальна. Участие Парижа в так называемых антироссийских санкциях Евросоюза негативно сказывается на различные аспекты наших отношений, наносит ощутимый ущерб и экономике России, и экономике Франции, но выигрыши только Соединенные Штаты Америки, по чьей инициативе, собственно, эти санкции и объявлены Евросоюзом. Санкции не помогают урегулировать внутриукраинский кризис. Они вынудили нас пойти на болезненный для аграрного сектора Европейского Союза ответные меры, ну, а также вынудили нас налаживать торговое сотрудничество с другими странами и, конечно, очень серьезно заниматься вопросами импортозамещения.